слушаете Радио Болткома. Ученые бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернется. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры». И всем еще раз доброго утра. Начинается программа «Климат-контроль». И с нами на прямой связи журналист, пишущий о науке, ученый, морской геолог Константин Рангс. Доброе утро. Здравствуйте. Как всегда, начнем с погоды, и погодные условия, в принципе, все совпадает. Вот все, как обычно предсказывает Константин Рангс, все так и происходит. Пришло долгожданное такое похолодание, и дождик, и вроде бы погода замечательная. Что нас ждет на следующей неделе и в конце этой недели? Как складываются погодные условия? Ну, прежде всего, я не предсказываю, а просто рассказываю о том, что я прочитал в разных источниках. Но надо сказать, что да, иногда все действительно сбывается весьма точно. Посмотрим, что будет на грядущую неделю. Пока что получается следующая картина. Сегодня, во второй половине дня, до нас дойдет очередная волна ливневых осадков. Но опять, какой интенсивности они будут, сказать трудно. Вот посмотрите, там вчера, позавчера Москву затопило, например, и не только Москву. Огромная полоса шла от Белого до Черного моря этих самых дождей. Связано это с тем, что фактически сейчас в районе Урала мощный антициклон. Далее вот как раз идет циклон, это мы оказываемся в этой зоне. И надо сказать, что окажемся мы в этой зоне пониженного давления, может так статься, до следующей пятницы. Это, то есть периодически будут идти дожди не по 5 минут, а часами. Вот такая вот перспективка. Да? Вот, будет еще большее понижение температуры, но дело все в том, что со стороны Атлантического океана уже вошел в Западную Европу, в Испанию, огромный, мощный антициклон. И вот этот антициклон, зона повышенного давления, медленно и неотвратимо будет двигаться на восток. Он будет двигаться на восток, и, следовательно, погода может через неделю уже проясниться. Сначала будет также прохладненько, но потом солнце свое дело сделает, и температура начнет повышаться. И я хочу сказать, что мы-то, наверное, этим порадуемся. А вот жители Западной Европы, судя по тому, что уже сообщают, кстати, и латвийские метеорологи на портале Mix News и тоже об этом напишется, они совершенно не радуются, потому что ожидаются температуры, например, вот реперная точка 15 июня, как раз следующий день после французского дня взятия Бастилии. Вот уже к этому моменту ожидается жара в Париже за 30 с лишним градусов. Как там бедные солдаты маршировать будут, непонятно. А, например, в провинции Лангедок, там, ну, то есть ближе к Пиренеям, на юго-западе, там вообще выше 40 градусов ожидают температуру. И это кошмар. Это кошмары для сельского хозяйства и просто для людей, потому что это ненормальная температура для Франции. Опять же, посмотрите, что творится в Италии. Вы, очевидно, слышали многие из наших слушателей, зрителей о том, что там обвалился мощный ледник. Так вот этот ледник, там скорость падения в итоговой части превышала 300 км в час. Потому что это не лавина была, это просто такой ледопад. Летели гигантские глыбы. На данный момент говорят, что погибло 10 человек, их просто разбило вдребезги. 6 человек только смогли определить, кто это такие, что это за люди были. Да?
Вот, еще один пропал без вести, по-моему, около 10 раненых. Вот, и самая главная проблема, что произошло это мгновенно практически. Вот стоял этот ледник в виде огромного такого пупыря, а потом пах, от него кусок и отвалился. Кусок такой, что, как говорят, 70-этажное здание. 70-этажное. 70? Да. Вообще вот весь ледник, вот эта зона. Ну, это, знаете, образно. Я когда журналисты, особенно южане, говорят о каких-то величинах, конечно, тут можно в несколько раз делить. Вот. Но когда вот это все произошло, описание... То есть люди, которые это, так скажем, описывали вот в первые часы, дни после произошедшего, они были просто в шоке. Вот взяла, что называется, этот взял ледник и свалился. Вот можно посмотреть сейчас и на самых разных каналах, например, в том же Евроньюсе есть информация об этой катастрофе. И речь-то идет о том, что случилось-то, конечно, секунду или час этой катастрофы предсказать никто не в силах, но все сходятся на том, что просто-напросто ледник разрушается, и через 18 лет от него не останется ничего. То есть можно себе представить, на протяжении жизни одного поколения, вот, то есть есть люди, которые помнят, как этот ледник спускался в долину. Сейчас это вот был такой ледяной, очень большой, но все равно пупырь там в горах. И он начал раскалываться, рассыпаться. Вот в чем проблема-то. А дальше сейчас он будет рассыпаться еще интенсивнее, поэтому вся зона там закрыта. И говорят, что этот процесс сейчас пойдет ураганным темпом. А ведь что такое ледник? Вот зачем нам, ну, точнее, итальянцам нужен ледник, и как, так же, как и всем остальным? Это же огромный запас воды. Зимой эти ледники накапливают, там складывается снег, он превращается в лед потихонечку, а летом они питают реки. Поэтому там, где есть питание от рек, там нету такого понятия, как сильная, очень сильная межень, то есть падение уровня воды в реке. Вот, допустим, для нашей же Даугавы не было бы гидроэлектростанции, мы бы это бы видели бы гораздо лучше. Когда по весне будет потоп, все заливается, да, и все хватаются за голову, ах, как много воды. А когда наступает лето, воды становится так мало, что называется, курица вброд перейдет. Вот это очень важный момент. Там, где нету снежного горного питания, у рек крайне нестабильный водный вот этот режим. Кстати, вот, знаете, приходилось участвовать в дискуссии. Люди говорили, что, а, боже мой, построили на Волге полно плотин, все это глупость была. Придумали там, напридумывали в 30-е годы. Но проект плотин на Волге относится ко времен царствования императора Александра II. Тогда гидроэлектростанции не было, тогда вообще не было гидроэнергетики. А вот плотины, как система, которая могла бы захватить весеннюю воду и дальше выдавать ее летом, эта идея уже была. И, кстати, появилась она очень-очень давно. Если меня не изменяет память, 2000 лет тому назад. Так что мы должны понимать, что вот это отсутствие ледников, которое вообще вот, ну, назревает, оно очень сильно ухудшит водный режим. Вот посмотрите, что сейчас в Италии творится. Как пересыхают реки, та же самая По. Опять-таки этих сюжетов полным-полно. Вот. И это очень серьезная проблема, огромнейшая проблема. То есть из-за этого начинаются действительно вот эти скачки, когда реки то мелеют, то начинается половодье и все сносит. Это, как и в температурном режиме, это очень плохо для людей, для сельского хозяйства и вообще для... существование человека. Для жизни. Жизнь последние, если после ледникового периода, после окончания, формировалась во всем этом регионе, в том числе благодаря тому, что когда было сильное жаркое лето, интенсивнее таяли ледники,
и вода стекала по рекам. То есть, понимаете, получалось такой автомеханизм такой, да? Он как-то балансировал, и люди поколениями, поколениями, тысячелетиями жили, в общем-то, приноравливаясь к этим природным условиям. Но за последние какие-то несчастные 200 лет-то не прошло, все полетело, извините, к чертям. И теперь возникает вопрос о том, что, а что будет дальше с этими? Вы посмотрите, там нету гигантских бассейнов водосбора, чтобы дожди собирать или что-то еще. Например, те люди, которые ездят отдыхать в ту же самую юго-восточную Испанию, они же, многие из них, я сам слышал, как задавались вопросом, а что это за огромные сухие реки? Вроде бы русла большие, а там ничего нет. И везде знаки стоят, нельзя спускаться там и все прочее. А это как раз сухие русла тех потоков, которые образуются во время мощных ливней. Мощный ливень прошел, промыл все в океан, в море смыло, а потом все исчезло, потому что вода даже в эту почву не впитывается. Кстати, хочу напомнить, самые страшные наводнения, смертельные, опасные, это в пустынях, потому что особенно там, где много глинистых частиц, там земля до такой степени высыхает, что она становится своего рода такой керамикой. И когда идет дождь, она, земля не впитывает влагу в себя. Вода скатывается. И поэтому именно в пустынях можно столкнуться с ситуацией, когда люди тонут посреди пустыни. Потому что вдруг, откуда ни возьмись, появляются стены воды высотой в несколько метров. С камнями, с мусором, с чем угодно. Потом не могут разобраться, тут был человек или не был. Вот. Я уж не буду вдаваться в подробности. Вот. Особенно если совпадает это с землетрясениями, там вообще страшное дело. Но дело не в этом. Дело все в том, что для вот региона Европы Западной ситуация сейчас крайне неблагоприятная. А мы, в принципе, опять же повторюсь, находимся в гораздо более мягкой ситуации. Судя по всему, вот, может быть, у нас опять будет 30 градусов, но 30 – это не 40. Вот. И, судя по всему, сейчас мы получим изрядную порцию дождей, а это означает, что все-таки почвы у нас будут, как говорится, надлежащим образом увлажнены. Это очень, конечно, хорошо. Получается, что для сельского хозяйства вот этот период, передышка небольшая, которую мы получили от жары, она как раз будет способствовать, ну, хорошему урожаю осенью. И... Ну, конечно, чем больше у нас что-то вырастет, тем нам лучше будет. В конечном счете, тут будем говорить совершенно... Я понимаю, что вот последние десятилетия создали такую отстраненность горожан от сельского хозяйства. Но я боюсь, что в ближайшие годы нам придется всем опять внимательно слушать сводки с полей. Потому что это будет напрямую связываться с ситуацией. Да и самим взять. Посмотрите, ведь куда ни кинь. Там в одних местах, допустим, засуха, в других местах, вот то все говорили в Индии, засуха, 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 а сейчас там потоп. На данный момент там уже под 300 утонувших. То есть это та самая ситуация с глинистой почвой, которая не... Это даже не пустыня в штате Ассам, там просто выпало огромное количество, вот есть видеозаписи, огромные селевые потоки спускаются, и это не с Гималаев они спускаются, вроде бы небольшие перепады, тем не менее, огромный поток воды, который выпадает одновременно, вот залп. И вот это самое интересное. Москву залило, потому что это был залповые осадки. Но если они, не дай бог, у нас будут, мы тоже не отвертимся, у нас будет такая же проблема. Дай бог, чтобы у нас эти осадки были растянуты на какое-то такое более длительное время. Тогда, как говорится, вода успеет убежать. Вот в чем вопрос. И нам не нужны, чтобы у нас вот взяло там какой-то тропический объем воды, вылился, что называется, в течение дня. У нас тут будут и пропоины, фундаменты подмоют, трубы провалятся, да все что угодно. И это не потому, что это у нас. Если вот как вот видим сейчас, случилась такая невзгода, например, у греков то же самое. То есть это особенность. Мы же все делаем, строим в расчете на какие-то средние условия.
А сейчас эти средние условия, вот, например, пошли рекомендации, я, например, слышал вот те же самые соседи из стран Восточной Европы, уже сейчас все говорят о том, что нужно переходить к новому понятию нормы. К новому понятию нормы. То есть до сих пор норма это была где-то расчеты 60-е, 70-е, 80-е годы. А та норма уже сейчас не норма, и поэтому и говорят, опять аномалия, опять аномальная жара, аномальный день. Нет, ничего подобного. Вот сейчас уже нынешняя погода должна считаться нормой. Тогда что ж тогда будет аномалией? Это мне напоминает... Аномалия вот тогда будет, когда у нас будет 45 за окном, вот тогда это будет аномалия. Ну, или хотя бы 40. Ну, это напоминает фантастический рассказ, где вот планета, где дует страшный-страшный ветер, и вот земляне, которые прилетели, еле-еле пережили очередной налет ветра, и вот они с местными жителями, когда встречаются, говорят, ну, вообще это было, говорят, это чего будет? Вот сейчас будет ветер, вот сейчас начнет дуть, и земляне понимают, что это вот то, что если для них это была норма, то вот следующие они просто не переживут. Ну вот сейчас такие вот прогнозы мы имеем на данный момент. В принципе, если так лаконичнее, то в Европе в ближайшую неделю будет усиление температуры из-за мощного антициклона, который идет с запада на восток. Этот же самый антициклон подпирает циклон, разрушающийся, но тем не менее еще существующий, который движется, и он придет к нам, но потом все-таки тот антициклон таки хотя бы своей периферии и через неделю должен и добраться до нас. То есть, если какие-то планирования на, так скажем, солярий, на загорание, хотя хотел вот еще что обратить внимание, в этом году исследователи геофизики обратили внимание на одну весьма странную вещь, это уже тянет на открытие. Помните, в свое время, 30 с лишним лет назад, мы тут холодильники меняли по причине того, что вот огромная дыра была озоновая над Антарктидой, выяснилось, что она сама в своей жизни живет, но вроде бы поменяли и стали меньше выбрасывать всякой химии вот этих фреонов в атмосферу, вообще, по идее, это хорошо. Дальше-то что сейчас обнаружилось? Обнаружилось, что образуются дыры, и совершенно не только над полярными шапками, но и в экваториальной, в южных зонах. И они как бы то образуются, то исчезают. И поэтому сейчас все больше и больше упоминают о том, что когда вы собираетесь пойти позагорать, поинтересуйтесь, какая интенсивность солнечного излучения в данный момент, ультрафиолетового излучения. Потому что если вы идете загорать, как бы предполагая свою норму для нашего взморья многолетнюю, типа, я ж мне, чтобы сгореть, надо поваляться часа полтора, да? А если будет больший поток ультрафиолета, не, например, так скажем, как обычно в Испании, испанская норма, то в таком случае сгорите вы гораздо быстрее точно так же. Но вы-то думаете, что вы находитесь... так скажем, на севере, что здесь мягкое солнышко, оно никакое не мягкое, ультрафиолет вы не видите. Он невидим для человеческого взгляда. Если бы мы видели, мы бы видели такое полыхающее светило. А оно сейчас есть, знаете, как тот суслик. Вот, вы его не видите, а он есть. И вот этот ультрафиолет, отражаясь от воды, от песка, прекрасно отражается. Вы можете сидеть под зонтиком и благополучно себе сгорать. А сгорание – это плохо. Есть ли какие-то, ну, можно ли в прогноз погоды включать вот этот уровень ультрафиолета, чтобы люди понимали, насколько интенсивно? Ну, это довольно-таки стандартная процедура, весь вопрос просто вставлять или не вставлять. Я думаю, специалисты всегда, они могут это тоже... Тут же никаких проблем нету, есть датчики, которые все, как говорится, показывают текущий уровень ультрафиолета. Для нас это интересно еще тем, что сейчас как бы выше нормы может быть, да, а наступит осень, и количество ультрафиолета будет всеми снижаться,
И, например, где-то уже в ноябре мы окажемся в ситуации ультрафиолетовой ночи. То есть голодание. Когда даже днем ультрафиолетовые лучи не будут добираться до поверхности Земли, а ультрафиолет все-таки нам нужен для выработки витамина D3. Да и кроме этого, даже вот эти гормоны, которые вызывают в нас сексуальное влечение, например, вот, или, например, там, чувство радости, эти как раз гормоны, они тоже, как сказать, лучше вырабатываются, когда не просто свет есть, но есть в том числе и его ультрафиолетовая составляющая. Шутки шутками, а южные народы не случайно такие, гораздо более энергичные и жизнелюбивые, чем северные. Просто реально потому, что они находятся в гораздо лучшей световой зоне. Раньше в каждой советской, простите, семье была вот эта синяя кварцевая ультрафиолетовая лампа. Насколько она может помочь, ну, зимой? Постойте, синяя лампа – это никакая не ультрафиолетовая. Синяя лампа, она в основном испускает тепловое излучение, а синяя она сделана для того, чтобы глаза не слепить. Она могла быть, наверное, темно-зеленой, если бы сочли, что этот цвет лучше. Да, но синий цвет, как известно, он хорошо поглощается, и по этой причине эта тепловая лампа, вот этот вот с рефлектором, да, да, да. Вот, она никакого отношения к ультрафиолету не имеет. Это, наоборот, прогреватель, это инфракрасный, это другой конец спектра. А то, что вот сама лампа синяя, это для того, чтобы глаза не слепило. А вот кварцевые лампы, да, вот, они такие обычно продолговатые, и они действительно при их работе появляется запах озона, такой специфический. Эта вещь, конечно, с одной стороны полезная, а с другой стороны... Там по спектру, во-первых, есть такие халтурные лампы, которые дают очень жесткий ультрафиолет. Это вредно для кожи. Вообще с кварцем, с ультрафиолетом нужно понимать, что это крайне опасная штука. Ее полезно принимать, но тогда, когда в тех дозах и тогда, когда об этом скажет вам врач. Вот это тут в этом случае я полностью на их стороне, на стороне медиков. Потому что это очень опасная штука. Не стоит забывать, что такое очень сложное для излечения заболевание, как меланома, рак кожи, вот, оно реально, и это доказано, стимулируется в том числе избытком ультрафиолета. Ультрафиолет – это мутаген. Вот, поэтому мы должны понимать, что это, знаете, это как то самое вещество – соль. Вот, соль. Если у вас нет соли, у вас начнется паралич, и, в принципе, очень и очень быстро можно, как говорится, склеить ласты по причине того, что у вас нет соли, вы, ну, с пищей вы не получаете. Но, с другой стороны, если вы будете этой соли есть много, мало того, что у вас там повысится давление, гипертония разовьется, еще раньше у вас откажут почки, и вы помрете по другой причине. Вас раздует, вот. И, в общем, вид будет совершенно ужасный. И смерть будет мучительная. То есть, условно говоря, вещество-то одно, количество. Как говорил в свое время Парацельс, есть мера в вещах. Все есть яд и все есть лекарство. Поэтому с ультрафиолетом, мне кажется, неплохо все время следить за состоянием, за количеством ультрафиолета и понимать, что... Допустим, даже если вы сидите в тенечке, да, ну, где-нибудь там в виду моря, озера, любого такого, вот, то и вы, собственно говоря, по своей натуре человек белокожий, как большинство нашего населения, то все-таки стоит беречься, не постоянно там, не доводить себя до покраснения. Вот быть как рак, это не означает, что лето началось, и вы словили кайф. Вот. Поэтому я от всей души говорю о том, что сейчас очень нехорошие возможности, очень опасность, большая опасность, и к тому же тем особенно из наших слушателей, которые могут отправиться на юг. Вот, вот понятно, что хочется греться, что мы люди северные, но давайте-ка для начала хотя бы с кремами защитными и под зонтиком. Вот, ну хотя бы вот с этого. Отлично же, сидишь под зонтиком, пьешь, как ты.
Константин, а вот все-таки, что опаснее, жара или холод? То есть вот к чему мы больше привычны и что может доставить больше вреда организму? Надо сказать, что это целая большая тема. Вот. Надо сказать, и много исследований. Потому что, казалось бы, с одной стороны, жара действительно очень плохо действует на людей. И это все ярко, как бы, понятно, да, перегрелся, все чувствуем себя плохо. Но когда начинают проводить статистические исследования относительно вот этой, так скажем, стандартной смертности, и, то есть изучают избыточную смертность, до ковида еще это делали, потому что я обращаю внимание, до ковида, то было обращено внимание и в таких странах, как Россия, Британия, Новая Зеландия, однако, да, вот, в скандинавских странах. Было отмечено, Новая Зеландия же тоже северная страна, точнее она южная, но она ближе к Антарктиде. Там тоже зима бывает. На южных островах там зима. Так вот, как раз обратили внимание на следующую вещь. Когда начинается вот этот вот холодный период, растет, так скажем, количество смертности, растет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. И есть точка зрения, что вот когда организм наш, он все-таки непривычен к холоду, будем говорить откровенно, человеку нужно жить в тропических зонах Африки, Латинской Америки, на островах Тихого океана. Всего-то каких-то несчастных несколько десятков тысяч лет назад наши пращуры оттуда ушли. И ушли там, кстати, не только по своей воле, там было просто-напросто места не хватало, реально для охоты и собирательства. Но вот сейчас как раз мы этим, что называется, и расплачиваемся за эти миграции на север. Потому что как только начинает сильно холодать, мы... У нашей сердечно-сосудистая система, у молодого человека все в порядке. Но если с возрастом, то она начинает сбоить. Например, от холода сжимаются сосуды, повышается давление, увеличивается тоже вязкость крови. Кстати, когда холодный воздух, мы очень сильно высыхаем. Вот. То есть возникает серьезная проблема. И я посмотрел целый ряд, вообще целые подборки есть статей, которые говорят о том, что людям зимой, особенно людям в возрасте, нужно, чтобы в квартире было тепло. Одеваться им надо тепло. И когда сильные морозы, непривычные для них морозы, то есть, условно говоря, для англичанина, минус 5 – это уже не стоит смеяться. Для него это действительно... неожиданно сильное похолодание, если он привык зимой, чтобы зимой было, условно говоря, плюс 8. Вот какой-то вот, что-то не то, да. Для человека, который живет и привык, и осень, что называется, идет медленно. Вот все главное в нашем деле как что? Чтобы все происходило медленно и плавно. А когда происходят вот эти резкие скачки, сегодня у нас еще золотая осень, мы все радуемся, плюс 18, какая прелесть. А через несколько дней у нас минус 5, уже пошел снег, и вот это очень опасно. Поэтому я хочу сказать, что в принципе можно, современные специалисты говорят так, любые резкие изменения вредны для нашего здоровья. Ну что же, спасибо большое. Это был Константин Рангс и программа «Климат-контроль». До следующей пятницы. Хороших выходных, хорошей недели. До встречи. До встречи. Вы слушаете радио «Болткома».